самого первого кадра, когда появляется черно-белая открытка, еще не раскрашенная, и до самого последнего завершающего кадра, когда мы видим ее раскрашенную. Тем самым фильм он наполняет, вдохновляет и дает такие подсказки, что каждая нотка — это как раскраска. И не случайно, что она такая полупрозрачная, чтобы была возможность, а так как это фильм-практикум, именно раскрасить своими чувствами. Вот от этого и полный восторг, что это не просто прикосновение к фортепиано, это на самом деле волшебство. Волшебство рождения чувств, благодарности от встречи с чувствами, которые дарит песня. И так здорово, что предыдущие издания, они помогли встретиться именно с соло. Уже знаешь каждое слово, каждую фразу. Знаешь, как она звучит, потому что, слушая аккомпанемент, уже само соло звучит со словами песни внутри. И такая возможность именно выразить чувство благодарности, чувство счастья, что тебя пригласили на этот праздник. И вот этот такой радостный, благодарный ответ. Как будто раскраска чувств, только такая волшебная, музыкальная.